Александр Чепурной, президент Русского дома в Аликанте. В 11 раз мы справляем День России в Аликанте, международный фестиваль фольклора «Виват Россия». Спелой новый день встает, где березы белые водят хоровод, где зари вишневой из ковша напьюсь. Это там, где я родился, это Русь. Где на травы утро падает роса, где озера утро синие глаза, где я в полный голос крикнуть не боюсь. Это там, где я родился, это Русь, где цветут ромашки и чиста вода, где за дверью каждый рады вам всегда, где набрался силы и куда стремлюсь. Это там, где мой дом, это Русь, где ко мне девчонка босиком бежит, где легко и звонко жизнь хочу прожить, где душой с природой полностью сольюсь. Это там, где я родился, это Русь. Это там, где мой дом, это Русь. Всем привет! Меня зовут Ольга. Я живу в Аликанте и занимаюсь поделками. А море и солнце меня вдохновляют. Вот такие интересные изделия могут украсить и добавить любую изюминку в ваш образ. С радостью могу сделать это на заказ, с пожеланиями. Также занимаюсь ремонтами одежды, пошивом штор, для того, чтобы в вашем доме всегда царил уют и красота. Здравствуйте, меня зовут Елена. Я представляю благотворительную ассоциацию «Дар». Наша ассоциация занимается тем, что помогает людям по всей территории Испании, которые попали в тяжелое положение. Мы реализуем продукцию, которую здесь можно увидеть, сделанную своими руками. Так, например, мыло делает девочка, которая сейчас находится в Барселоне на лечении. То есть все, что вы видите, все эти игрушки, все это делают сами родители детей, которые болеют. И чтобы каким-то образом себя реализовать, вы можете обратиться к нам. Если у вас какой-то есть талант, но вы не знаете, как его применить и каким образом реализовать, мы помогаем. Наша ассоциация находится территориально в городе Аликанте, Испания, но наши представители фактически во всех крупных городах, и в Мадриде, и в Барселоне, в Бенедорме. Вы можете обратиться по любому вопросу. У нас есть своя страница в Фейсбуке, благотворительная ассоциация «ДАР». И также есть свой сайт, на котором вся информация представлена. Помимо того, что мы помогаем людям в тяжелых ситуациях, мы собираем благотворительную помощь как в денежном эквиваленте, также мы принимаем любую помощь, игрушки, вещи,
продукты. То есть вся отчетность у нас, все это ведется на сайте, то есть все чеки, все предоставляется. Если вы готовы помогать, то вы можете обратиться к нам любой посильной помощи. Либо если вы сами попали в сложное положение, вы также можете обратиться. Всем привет, меня зовут Ангелина, я занимаюсь изделиями ручной работы, а также декором праздников. Вот мои изделия можно увидеть за вот этим столиком. Делаю в основном цветы, короны, украшения для девочек и женщин. В общем, я творю праздник. Буду очень рада людям, которые купят это или просто посмотрят и выразят свое, может быть, какое-то восхищение и интерес. Спасибо. Здравствуйте, всех с праздником. Меня зовут Сергей Якушев. Мы представляем корпорацию «Сибирское здоровье». Это продукция, которая сделана из натуральных трав Сибири, имеет больше 250 наименований продукции, которые предоставляют себе чистки, витамины для детей, для взрослых, для женщин, для мужчин. Мы также представляем эту компанию и продукцию в нашем салоне, который находится в Аликанте на улице Авенида Хихона, 36. Так что добро пожаловать, всем вас ждем и поздравляем с праздником День России. Всем добрый день, мы находимся на хорошем мероприятии, представляем компанию Adeslas. Это страховая компания, которая может застраховать в любой области. Может, мы предоставляем и медицинское страхование, и автострахование, и страхование домашних животных в том числе, много видов страхования. Находимся мы в Аликанте, в столице наш офис находится, на улице Бенито Перес Гальдош, 28. Так что всех вас ждем. Испания удивительная страна. Здесь сочетается, мне кажется, несочетаемое. Здесь все очень ярко, все очень сочно, все очень красочно. В Испании мне, наверное, нравится больше, чем не нравится. Нравятся люди, их открытость, их приветливость, потрясающая кухня, огромное количество солнца, потому что люди, которые живут в России и в Украине, они понимают, что нехватка солнца – это всегда плохо, а здесь этого достаточно. Здесь безумно красивая природа, очень красивые горы, они нравятся. Наверное, никогда не смирюсь с позицией испанцев, никуда не торопиться. И испанцы очень плохо воспринимают новинки. Здесь очень тяжело предложить что-то новое. Они очень долго к этому привыкают. А в целом мы здесь гости, и поэтому, если ты хочешь жить, значит, нужно существовать здесь и принимать то, как здесь это есть.